Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь. Меня зовут Ян Майерс, 28 лет, Минск, Беларусь. Класс. Вот все-таки в Беларуси там какой-то это генетически заложенный голос. Голос должен быть всегда. Я вообще латыш наполовину, так что... Ах, еще и вот так. То есть Майерс — это настоящая фамилия, да, не псевдоним. И Ян тоже настоящее имя. Это мы поняли. Слушайте, ну было круто. Спасибо. Какое же у вас настоящее отчество тогда? Анатольевич. Ян Анатольевич Майерс. Да, дело в том, что мама Майерс, а папа Цибулька. Ну, то есть, понимаете, круто. Когда сошлись Беларусь и Латвия. А Яном Анатольевичем Цибулько вы не хотели быть? Ну, я был какое-то время Яном Анатольевичем Цибулько. Меня многие так и помнят. Но Майерс звучит. А потом друзья сказали, не будь дураком, бери фамилию Майерс, иди на голос, да? Верно, абсолютно верно. Все верно. Голос такой, такой свободный. Мы вас полюбили бы с фамилией Цибулько бы тоже, уверяю вас. С таким голосом можно быть Цибулько вполне. Ой, ну спасибо, спасибо большое. Голос летел. Ой. Летел свободный такой. На самом деле, пою-то я с самого детства. И у меня был очень высокий голос дискант. Я учился на академическом вокале, музыкальном училище. Но потом я понял, что все-таки популярная музыка мне ближе. И я думаю, что отчасти мое академическое образование мне помогло. От сезона в сезон популярная музыка тоже меняется. В какой-то момент классическая тоже станет в фаворе. Почему? Вот, и у меня есть Почему козыри шепотом? В рукаве. Почему шепотом? Ну, я... А, это у вас свое. Чтобы мы не слышали. Друзья, мне кажется, с Яном все ясно. Да. Абсолютно. Одну, Яну не ясно. Теперь осталось выяснить, что Яну ясно про вас, друзья. Я не знаю, что сказать. Когда смотришь по телевизору, кажется, все так просто. Не просто, совсем не просто. Я очень вас всех люблю. Я слушаю ваше творчество, я слушаю ваши песни, у меня в плеере они есть. И для меня огромная честь, что вы меня послушали. Но я выбираю Диму Билана.